Дина, как у тебя настроение? Сегодня говорят, что ты в дождевике. Нет, это не дождевик, но, возможно, пойдет дождь. Я же в Санкт-Петербурге. Я слишком романтично как-то звучит. Настроение. Но, возможно, пойдет дождь, потому что я напротив тебя. Это что, предвестник дождя? Плохой погоды? Ну, часть. Бля, я сверху сегодня. О, да нифига. Хорошо или плохо? Фига, ты прическу изменил? Да, ребят, стрим Дэнни захватил. О, сюда. Он решил, что, ну, в здорово. Принципе, можно не заморачиваться и стримить на другом канале. Заебись вообще. А можешь отзеркалиться привычно? Да. А, не, нормально. Нормально. Дэнни Ко. Здорово. Так, а у нас аудио есть, да, сопровождение в этой теме? Да, там посмотришь, скажешь громче, тише. Давай, все, я тогда нашего выключаю. Так, Дина, ты знаешь, что за шоу или нет? Ой, я секс, спасибо. Я смотрела в прошлый раз, но лучше... Ну, Дэнни тогда сейчас все расскажет и, соответственно, уже начнем. Угу. Вот. Конечно. Давай, Дэнни. Начинай. Сейчас все, спрошу. Я сегодня игрок, я сегодня не выебываюсь. То есть можно мне выебываться? Это что за секс-мальчик? Ребят, пишите Дэнни, сами договаривайтесь, там все дела. Зарк похорошел. Это взрослый Зарк получается. За это? Че? Ну ладно. Дину громче? Сейчас, секунду. Меня плохо слышно? Ну... Я думал, он старше, а я и так... Мне вообще 22, ну так. А в паспорте больше. Ликс, дай рейд. Спасибо, Боярский. Хорошо, запускай. Так, Дима, тот вчерашний парень, который ты привез работать на огороде, сбежал из подвала на твоем мотоцикле. Найди его, пожалуйста, и привези другого. Все, ребят. Педигри, спасибо за 5 месяцев. Да. Сейчас, секунду. Сейчас. Все, последний донат и начинаем. Найди его, пожалуйста, или привези другого. Короче, я надеюсь, все будет сегодня без ошибок. Я очень надеюсь, но... Чудо. Да все будет хорошо. 10 из 10. Ошибки могут быть. Главное их исправлять, и все. А, ну, кстати, да, согласен. Бум. Без ошибок не было бы меня, ребят. Взломали. Это не я. О, 10. Сейчас. Ой. Кстати, то, что обычно ставит чат, когда выключай. Я шучу. Вылезет порнуха, да, Дэнни? В смысле, что? Что еще раз? Ну ладно, надеюсь, ничего не вылезет. Поехали. Бля, без ошибок не было бы меня, тоже такая фраза какая-то не совсем... О, обидно как-то. Ну как-то да. Как-то не планировали, получается. Да не, все, нормально. Об этом и соль, да. И про свое зачатие, да. Все, играем. Играем. Так. Короче, правила? Да. Правда, ролик не успел что делать, я так объясню. Давай. А, давайте, я походу, вы уже все это видели, всю эту интригу, я уже не буду ничего сказать. Я нажму играть, сейчас, возможно, давай. Громко будет. Скажи, громко нет. Сейчас просто минус уши, но смотрим. Поехали. Донаты выключил, все. Фух. Хотя нет, включил, шлем отбивать надо. Ладно, выключен. Так. Нормально. Что, ну это пока только начало. Итак, правила игры. Сейчас будет первый раунд, будет вопрос. Вопрос так. Из разряда столько одному, по типу там... самые популярные там произведения искусства. И у вас будет по 5 попыток, чтобы открыть как можно больше вариантов. Чем больше вы откроете, тем больше у вас будет очков. А вот. Что все уф пишут? Откройте. Че? Уф? Блин, ты что-то сделала? Нет. Все уф пишут. Точно? Может, ты что-то сделал? Я ничего не делал. А что сиськи скидывают? Не, это не мои. А, понял. Погнали. А, волосы распустил. Вот, и чем больше вы откроете, тем больше очков вы заработаете. Суть игры не в этом, это только первая часть раунда. Вот, во второй части раунда вам нужно будет расставлять все варианты, все 10, они у вас откроются, расставлять просто по списку. То есть там самый популярный один, там самый популярный, там, вот, допустим, там картина Крик, она там на 4-м месте, вы пытаетесь угадать, там на 1-м, на 5-м, там неважно, ну поймете, разберетесь. Mm-hmm. И, естественно, самый менее популярный ответ стоит больше. Больше всего. Очков. Ну окей, да. Окей. Да. Давай вопрос, я думаю, мы сразу разберемся. Так, имена так и оставим? Имена старый и молодой. Ну, можно... Дима и Дина? Давай, Дима... Не, меня, можно меня? Я хочу сегодня 250 кубов меня назови. Ух, может, просто Дима? 250 кубов. Дина? Дима, я думал, у тебя 6 кубов на животе. У меня 250 кубов. Мощность моя. 21, как в 21 год у меня мощность. Ну-ка, Дина, а ты? Так, Дина. Ну, блин, у Димы такой дурацкий ник, сложно придумать что-то более дурацкое. Не хуёв, а кубов.
Чел. Ну, назови мне 25 сантиметров. Ладно, ты про волосы? Не, волосы где-то 70. Тебе 7 сантиметров. 25 сантиметров. Ладно, хорошо, пускай будет 25. Мечты сбываются, Дина. Мечты сбываются. Поехали. Ладно. Так, ну что, попробуем с таймером. Я надеюсь, сильно напряжения не будет. Если что, там что-нибудь поменяю. Короче, у вас будет по 20 секунд на ответ. Вот. Угу. Вас там, думайте быстро. Сейчас по 30 не важно, сделать, по 20. Какой ответ, да? Ну, в смысле, по позиции. Да, сейчас по позиции не важно. Сейчас главное раскрыть ответы. Да, как можно, чем больше вы назовете, тем больше будет. Ну, давай посмотрим. Тем больше вас... Так, что, ставим? Поехали. Погнали. Кто первый начинает? А давайте, у меня есть такой типа кубик. Выберите орел, не орел, не решка, а четное, не четное. Выберите. Четное. Кто будет четным? Четное? Хорошо. Четное тоже. Блин, нечетное. Тогда нечетное, тогда нечетное. Так. Начинай, Дина. Ясно, хорош, хорош, Дэнни, подкрутил, молодец. Молодец. Бля, ну смотри, смотри, смотри. Так, ну что, начинай, Дина. 20 секунд. Да, поехали. Сейчас появится вопрос, первый раунд. Как в гонг бьют прям. Да, это чтобы вас взбодрить. Поехали. Вот здесь бы нам музычка нужна, конечно, была, Дэнни. Или она будет? Все, окей. Поехали. Фу, сейчас сердечко успокоится, сейчас, ребят, сори. Да не переживай, не переживай, Дэнни. Все, погнали. Это не скам-шоу, итак, ребят. Подарок 10 сабок. Кто выиграет? Ну ладно. Подожди, если ты выиграешь, то... Не, ну ладно, более, чуть побольше. 30 сабок. Поехали. Давай. Ладно, я не буду сделки ставить, я сегодня ведущий. Все, поехали. Итак, вопрос. Самые продаваемые игры 2021 года в Steam. Так, Дина, 21-го года... Блядь. Да. Чат не смотри, да, я так понимаю. Блин, ну, давай. Не, чат точно не смотри, так у меня будет полный. Подожди. Давай последний Resident Evil Village. Сразу скажу, это может быть как и транзакции, как и там внутриигровые покупки, все вместе. А, то есть там может быть CS? Нет, не только из-за... Да, все что угодно. А, ну давай CSGO. CSGO. Верно. Valorant. Уверен? Да, Valorant. Он в Стиме? Он в Стиме разве? А, блядь. Да, Диман. Так, а в Доте можно что-то же покупать, да? Там был пропуск, да? Ну давай Доту тогда откроем. Дот, хорошо. Ну первый раунд простой, ребят. Ну конечно простой, я не помню, какие игры есть в Стиме. Так. Дима, давай попробуем. 20 секунд. Overwatch попробуем. Нет, Overwatch я не буду пробовать, Дина, я знаю, это фейк инфа от тебя. Блин, Dota, CSGO, во что еще играл? Блять. Fortnite, Дим. Нет, да подождите, не отвлекает. Что еще игры-то какие есть? Я не знаю, давай, пускай давай, будет Gas Station Simulator. Да блять! Чего? А почему у меня тут тратятся лампочки? Или это просто... Они у всех тратятся. Это просто у вас попытки. А, я уже отвечаю, да? Да. Ну давай... Дима, смотри, там в игры все стримеры играли, там много-много игр всяких. Я пытаюсь вспомнить. Ну, давай Village, Resident Evil Village. Она вышла. Resident Evil Village. Вот так вот. Сюда. Так. CSGO, Dota 2. Что еще рубились все? Prop Knight. Удачи тебе. Блять, да что такое? Какие игры-то еще были? Я реально не помню. Что еще за игры-то есть? Блять, когда сидишь под таймером, из башки все вылетает. Папка? Ну да, в него до сих пор играют, там что-то покупают внутри. Да, у нас есть папка. GTA 5. Так, твой ответ GTA 5. GTA 5. Хорош. Сюда. 50. Так, еще по одной попытке. Дина. Блин, как будто релизов, а может не быть. Ты подумай про самые популярные игры, в принципе. За год они могли столько набрать. Да. Ой, время выходит, время выходит. 2 секунды, 1 секунда. Блин. Не успела, Дэнни. Нет ответа, да. Так. Так, у меня есть еще, да, последний шанс? Да, последний шанс. У меня есть шанс есть. Дот. League of Legends. League of Legends, она тоже есть в Стиме, конечно же, блин. Она не в Стиме. Блядь, ну все. Культилт. А что, ее реально нету? Нету, это лига, это этот,
Как он? Riot Games, Valorant, Riot Games. Все это Riot Games. Так, сейчас. Ой, я все, я в тильте. Я как я не знал, я столько игр играл, и в итоге я вспомнил только GTA 5. Так, сейчас, надеюсь, ничего не сломается. Итак, ребят, смотрите. Те варианты, которые вы назвали, они у вас запривачены. Вы видите, у вас оранжевые штучки внизу. Да, вот. Да. То есть эти варианты можете рисовать только вы. Только вы. Да, ну самые единые, легкие самые. Ну, там, ну, посмотрим. Остальные вот эти голубые варианты вы можете расставлять в любом порядке. Вы можете брать у друг друга. Это просто общие варианты. Но оранжевые только ваши. Как только закончатся все голубые, вы можете брать чужие оранжевые. Так. Ну, давай попробуем. Итак, варианты. GTA 5, CSGO, Dota 2, PUBG. У нас были Valheim, Battlefield 2042, Naraka, которую все играли как раз. Тримах, Rainbow Six, как можно было забыть. New World, это амазоновская игра, она очень разошлась. Хорошо, ну и Apex Legends, там куча. А, Apex разве стик? Да, да. Так. Да. Окей. Итак, теперь у вас, смотрите, также по 20 секунд вам нужно будет расставлять эти варианты по местам. Допустим, вы говорите, там CS Dota, ой, CS Dota. CS Dota? Ну, понятно, я понял. CS Dota там на пятом месте, да. Если ответ правильный, вы зарабатываете очки этого варианта. Окей, погнали. Если ответ неправильный, а x этого ответа уменьшается, и он становится на пятую часть дешевле. Вот, так что будьте аккуратны, будьте внимательны. Вот. Каждый правильный ответ зажигает вам пол лампочки. Вот, пол лампочки. Они пригодятся вам в финале. Как только вы зажгете одну лампочку, она уже никогда не потухнет. Так что вам желательно нужно давать два правильных ответа в ряд. Да не что, если я знаю уже расположение игр, то что? Я выиграл? Ты. Ну, если Дина тоже знает, то у вас на 50-50 шанс. Если не знает, то. Ну давай, поехали, посмотрим сейчас. Поехали. Откуда ты знаешь? Я не знаю. А где хентай пазлы? Меньше очков у Димана. Где порные игры? Порно? А, прибережем интригу, ребят. Все. Слушайте, ну что, самое популярное это изи, на самом деле. Самые продаваемые игры 2021 года. Так, нет, Apex у нас бесплатная игра. Rainbow Six, Naraka, Battlefield, New World, я думаю. New World на первом месте будет. Она очень популярна. Она хайпанула прям мега жестко. Первое место New World. Первое место New World. Да. Так, ну ты учитываешь, что это все на 2021 год, за все это время могло много чего измениться, понимаешь? Ну, поэтому New World. Поэтому правильно. Да, окей. Учитывайте на момент 2021 года, то есть сначала открытие Steam на момент 2021 года. Так, Дина. Я попробую взять КС-ку, потому что там же столько всего покупают скины, вот эти все, тырбыры, ящики. Я КС-ку на первое место поставлю. КС-ку на первое место? Ну да. Так, я принимаю этот ответ. Чат, как вы думаете, первое это место? Мне кажется, там бесконечное количество. Дину, громче, сейчас. Конечно, первое место. Сколько очков зарабатывает Дина? А, ну я понял логику, хорошо, ладно. Нарака последнее место. Рекламная игра была. Нарака последнее место. Нарака последнее место. Ну, кстати, хороший вариант, но... Ладно. Ну, этого не может быть. Ладно. Так, батла не первая, Нарака не последняя. Запомнили. А, ну, давай Доту на второе поставим. Доту на второе. Дота второе. Ну, это твой вариант, ты вольна выбирать, куда его ставить. Да, Дота 2 — это изи вариант. Дота 2, поэтому второе. Угу. Давай GTA 5 четвертое. А почему не пятая? Она же GTA 5. Согласен, GTA 5 пятая. Так, GTA 5 пятая? Да. Четвертая. Пятая. Да. Близко. Близко. Хорош, Дина, хорош. Давай папк на... Блин, папк на третье или на четвертое поставить? Ну давай папк на третье попробуем. Хотя, возможно... Ну ладно. Папк на третье. Принимай этот ответ. Неправильно, да? Неправильно. GTA 5 третье. Да, да. GTA 5 третье. Да. Да. Ну сюда! Ну значит, папка четвертая. Папка четвертая. Итак, да. Ответ Дины, папка четвертая. Итак, мы смотрим, не будем чинтризину, это очень простой раунд. Apex Legends пятая. Apex Legends пятая. Оставь мою Apex Legends! Чел. Да я не ну что там. Да, я сверяю со списком сейчас. А, я думал, ты тянешь паузу. Apex пятая. Почему-то мне кажется, ну, возможно, сейчас будет ошибка, но все равно это правильный вариант. Сюда, да, это не ошибка, вариант. Дина. Я тебе уже дышу на пяточке. Да, блин, Дима, украл мой Apex, я хотела его поставить. Надо было, наверное, так. Его ставить.
Дина. Надо было сначала голубые поставить. Ну давай. Дышу на пяточке, это метафоричная фраза. Батла или Рейнбоу? Я облизываю, я дышу. Давай попробуем. Давай попробуем. Черт, батла или Rainbow Six? Ладно, так, время кончилось. Батла шестое. Батла шестое. Принимаю ответ, батла шестое. Неверно. Сука. Бля, не то нажал. Ну, это с Дэнни за что, Дина? Это я не Дэнни. Да ты Дэнни сказала это. Я воздух. А, время. Дэнни, мое время. Battlefield, скорее всего... А, слушай, либо New World, либо Battlefield, скорее всего, на шестом месте будет. Есть такое ощущение. Valheim вряд ли. Нет, Rainbow Six Siege может быть. Давай Rainbow Six Siege. Хотя нет, стоп. Так, новый World 6, новый World 6. Новый World 6, принимаю новый World 6, к сожалению, неправильно. Rainbow 6. Я выбирала между батлой и Rainbow. Давай, такой. Если это так, Дина, ты с меня ответ слезал. Ставлю Диме на жопу. Кстати, Дина подслушала, и я все это верно. Блять! Нет, Дэнни, я изначально выбирала... Хорошо, Battlefield 7. Ты не на последнее выбирала? Так, Battlefield 7. Battlefield 7, это изи, потому что оно хайпануло очень жестко, когда вышло. Ты уверен? Да. Хорошо. New World 7. Да. Абсолютно сюда. Верно. Battlefield 8. Неверно. Блять, что? Дэнни, это скам? Или что это? Не знаю. Battlefield... подожди. Так, сейчас, подожди. Если Дина угадает, то скам получается один, смотри. Ой, я таймер. Таймер, да. Как удачно вышло. Время кончилось, Дин. Давай Battlefield 9. Battlefield 9. Принимаю ответ. Нет. Сюда! Нельзя. Вальхейм восьмое. Рили, Дим? Ты не стал использовать... Стоп. Да нет, ты уже ответил. Нет, подожди. Ты уже ответил. Да, Вальхейм восьмое. Принимай ответ. Неверно. Я не знаю, почему Дима сейчас не выбрал точно правильный ответ, потому что для батлы осталось только 10 место, как бы. Кстати, да. Потому что иксовка другая. Дина? Батла 10. Батла 10? Да. Бля, ну это... Вальхейм 9. Вальхейм 9, абсолютно верно. А, подожди, X1? Потому что два варианта. И Нарака 8. Потому что два варианта, чтобы не обузить. Ладно, Дима, ничего, я тебя смогу догнать еще. Иксовка говорит другая, ты еще заработал. Я все правильно сделал, чат, потому что мне иксовка нужна была. Дим, так иксовка же сбилась. Нет, она же была тогда мне. Пятерка была на Вальхейме. Чат, как вам первый раунд, скажите? Челы пишут, тупой ликс. Хуя ли тупой ликс? Что я сделал не так, блин? Челы. Ты 400 очков проиграл. Норм. Пишет хуйня, значит, все правильно. Все хорошо. Смысл? А, мне нравится. Но это пока, Дина. Сейчас будут, Дина, вопросы, которые тебе уже не так понравятся. Потому что я в них буду как рыба в воде. Возможно, это будет камбэчно для Димана. Сейчас я возьму кнопку. Можно громко бахнет. Пока ты был как рыба. О, бонус, это что такое? Раунд-бонус. Сейчас вы выберете по одному любому варианту. Если вы там спрятано 100 очков, 500 очков и 250, и если вы угадаете 250, вам даст пол лампочки. Это сейчас выгоднее угадать Дине. Если Дина угадает, она будет зажгет себе 3 лампочки. Вот, все, просто называйте. Дима, ты первый. Шестое. Так, просто хорошо. Сотка. Дина. Первое. Отлично. Просто итак, постучка получаем. Все, хорошо. Наши участники, переходим во второй раунд. А где? Хорошо. Пол-лампочки? Я не помню, кстати, на ком она месте была. А, ты не зажгла себе лампочку, Дин, все нормально. Десять из десяти, да. Тут Диман красиво может сказать. У Дины третья лампа полная. Нет, мы ее убрали, чтобы легче было мне. Нет, там у нее 2.5 было, но половинки они сгорают. После раунда. Погнали. Ладно.
Блять, как тут перемотал, как тут перемотать на финал? Да отойди за хлебушком, и все. О, как батя твой, туда его дынь. Ну ладно, извини. Знал ли, что продолжишь? Знал ли, что продолжишь? Так, все, поехали, не отвлекаемся. Так, второй раунд. Бам. Как батя дынь. Спасибо, спасибо. За что дынь ты, чел? Батя дынь. Заслуженно, заслуженно. Итак, меньше очков у Димана. Я думаю, Диман насчет первого. Дина, ты не против дать, так сказать, шанс? Да пускай. Пускай. Уж там. Хай могу попробуй, ему все, да? Лампочки мои еще отдать. Диман, ты принимаешь первый? Да, погнали. Мне кажется, кстати, первому... Какой, главное, какой вопрос? Может, я сейчас перекину ей мячик теннисный. Итак, внимание, вопрос. Топ-порноактрис Порнхаба за 2022. Порнхаба, извините. Итак, Диман. Ева Элфи. Да ты еще Еву застолбил, Диман. А хоть, знаете, что я удивить хочу? А нету ее. Как это? Чего? Нету ее. Десятка. Что? Нет. Нет. Лана Роудс. Лана Роудс есть. Сюда. Блядь. Да, лучше бы не было, отдал Дине первый ход. Я больше никого не помню. Так, я помню по фигурам, но я имена не помню. Не, сейчас скажу. Хорошо. Время, Дэнни. Не идет. Да, сори. Брэнди Лав. Брэнди Лав. Такой есть вариант. Конечно, есть, да. Малышка. Хорош. Чат, кто шарит за Брэнди Лав? Блин, я, ребят, в целом не очень разбираюсь. Ну, давай назову Соло Золу. Хотя Соло у меня нет уверенности. Да не. Ну, не было уверенности, нет, и правильного ответа. Блин, а почему есть? Рокси Липс. Рокси Липс. Ликс. Рокси Ликс. Блин, нету такого. Всех расставит. О, да. Варианта. Слушай, что а, там же, а там считаются старые записи? Просто да, там все записи считается. Саши Грей полностью пересматривают. Я просто нашел стату на 2022 год. Блин, ну давай Сашу Грей, там может быть пересматривают. Перематывают. Ребята, кто-нибудь пересматривает Сашу Грей, ладно. Адриана Чечик. Адриана Чечик. Она активно, она сейчас снимается? Да, она снималась. Пару недавно фильмов смотрел. Я даже не уверен, вечерком с пиццей и салфетками. Ой. С пиццами прям? Ну, пицца и салфетка. С пиццами. Нету такого варианта? Как нету? Мия Малкова. Мия Малкова вариант. Очень хороший, кстати. Очень хороший. Я как... Ой, сюда! Блин, как это зовут, Адриана, короче? Как на зовут? С фигуркой, да. Такой, у нее еще всегда нога трясется, когда она сексом занимается. Как ее? Так у всех ноги трясутся. Нет, у нее прям всегда трясется. Забыл. Сейчас, я вспомню. Сейчас, давай. Как? Да нет. Сейчас я вспомню. Как ее? Я не помню. Помнишь? Я не помню. Хоть первую букву не помнишь? Нет, не помню все. Да я сейчас, когда они все появятся, я их расположу как нужно. Так, Дина. Блин, а у последний меня вариант. Никаких больше на уме нет. Нет, я даже не вспомню сейчас никого, наверное. Не знаешь, да? Mm-mm. Ладно, я защиту тогда. Дина, блин. Дина, блин. Ой, сейчас хорошо. Есть такой вариант. Нету. Дина, ты бы снялась в фильме для взрослых за 1 000 000 евро? Да блин, Дим, я бы, возможно, и так просто для души бы не отказалась, но... Реально? Ну, времена нынче не те, чтобы сниматься, понимаешь? Может, замутим шеймить, какой-нибудь видосик? Все такое. У меня есть камера. У меня есть камера и... Из камера. Нет, не этот, господи, не стабилизатор, а этот, как он... Штатив. Так долго вспоминал, что стало уже не смешно, Дим. Ну извините, блин, сейчас память уже помедленнее работает. Да, возраст, понимаю. Что, открывай всех малышек, сейчас мы посмотрим. Кто там? Итак, все варианты. Брэнди Лав, Абелла Дэнджер, Лена Пол, Алексис
Техас, Николь Энистон, Лана Роудс, Мия Малкович. Вот, Николь Энистон, блин! А, Мила Халифа, вот это имя я знаю. А, так это Изи. Тоже знаю имя. Это Изи, вот, Николь Энистон, точно. Все, я кто сейчас первый ходит? Ты, но... Эдим. Я? Ты меньше очков, ты первый. Ой, блин, ну последнее место я сейчас... Я не знаю, Лиза Энн, она взросленькая уже, возможно, ее меньше смотрят, потому что молодежь помоложе выбирает. Наверное, блин, а Белла Денджер, нет, Лена Пол. А ты всех знаешь, Дима? А, ну, почти, Алекс, я не знаю прям современных. Райли Рейд, нет, Меха, Лиза. Лиза Энн, пускай на девятом будет. Так, Лиза Энн на девятом. Да. Кстати, ну, довольно-таки хороший вариант. Хороший? Значит, где-то рядом? Ну, давай Лизу Энн... А, подожди. Если у нас все лампочки загорятся, то все, раунд закончится, да? Не-не-не-не-не-не. Вам нужно расставить все варианты по местам. Тогда ладно. Раунд. Давай Лизу Энн тогда на восьмое. Лизой займемся. Лизу Энн на восьмое. Принимаю ответ. Неправильно. Лиза Энн десятая. Надеюсь, что нет. Я знал, что она в конце где-то. Диман. Поверил в себя. И правильно сделал, десятый вариант. Да, я знаю уже девятый. Я знаю даже уже девятый вариант. Ой-ой-ой-ой-ой, дело плохо. Дело очень плохо, ребят. Потому что я эти фильмы смотрю очень часто, я знаю все о них. Блин. В фильмах? Я актриса. Ой, ну давай, не знаю, Алексис, Дексас. Я хочу сейчас взять Димины варианты. Потому что иначе будет меньше шансов. На шестое. Алексис на шестое. Алексис на шестое. Итак, я смотрю свою бумажечку. Нет. Это пальцем в небо. Николь Энистон третья. Николь Энистон третья. Принимаю ответ. Она такая популярная. Не тянем резину. Нет. Да, она нормальная. Дина. Какая там малышка. Давай. Николь на шестое. Николь шестое принимает ответ, да. Тоже, к сожалению, неверный. Райли Рейд второе. Так, Райли Рейд второе. Неверно. Что ты у меня иксы сбиваешь с Райли? Сейчас я тебе собью, понял? А Белла Денджер восьмое. Так, это твой ответ? Да. А Белла Денджер восьмое? Это, наверное. О, блядь. Палец сработал. Сюда. Давай, Лен, Алексис Техас девятая. Алексис Техас девятая. Фейк, чё, хуйня? Реально? А фиг знает, такой топ. Алексис Техас девятая, абсолютно верно. 720. Димон! Давай, Николь Энистон седьмое. Николь Энистон седьмое. Туда еще она не вставала. Ой. Абсолютно верно. О, сюда. Фига вы снизу пошли, угадывайте. Как вы это делаете? Лена, пол шестое. Диман, тебе надо угадать, чтобы лампочку зажечь. Срочно. Лена, пол шестое. Лена, пол шестое. Мимо. Вот вы понимаете, ребята играют и отгадывают самого низа, они отгадывают самые непопулярные, чтобы они и так знают, кто популярный. Поэтому это абсолютно верно. Лена пол шестое. Лена пол шестого. Меня выгоняет. Лена пол шестого. Какое Диману отправил? Леха пол шестого. Знаете, Леху пол шестого соседнего подъезда. Блин, давай Мию поставим на... Мия Халифа на пятое. Мия Халифа на пятое. Так, дальше. Хороший вариант, но... Значит, Мия. Нет. Может. Спасибо. Так, Диман. Так. А что Дина сейчас пикнула, чуть отвлекся? Не скажу, не говори. Ладно, хорошо. Райли Рейд. Какое? Первое, может. Хочешь на первое попробовать? Ага. Хорошо, пробуем. Эть! А Райли Рид на втором. Эть. Райли Рид четвертая. Райли Рид четвертая? Это правильно. Мне нужно сразу таймер, Дэниэл, сразу таймер запускать. Прям сразу, как только меняется ответ. Райли Рид пятая. Не ждать. Слышишь, его вообще на автомат можно сделать. Для нее только пятое место осталось. Подождите, а какие варианты говорили? Я, возможно, проебался. Ну, мы все, кроме пятого, называли для нее. Да. Подожди, а кто какие называл, скажите?
Я уже не помню. Дина второй, я второй, Дина второй назвал, я третья, по-моему. А, я первая называл. Не, подожди. Третья не говорили, третья не говорили. А-а-а. Спасибо, Дэнни. Какой ты Дина сказал? Я сказала третья. Ты сказала пятая. Да. Смотри, Дэнни, таймер сразу запускай, как меняется. Вообще сразу, не да, жди. Да, 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 да. Прям сразу запускай. Пускай автоматом можно сделать, знаешь, чтобы автоматом запускался. Окей, хорошо. Так. Мия Халифа четвертая. Да, блядь. Ладно. Мия Халифа четвертая. Абсолютно верно. Ты говнюк, Диман! Ты говнюк! Так. Майнгейм жесткий, майнгейм. Да. Так, Дина. Я не палю чат, алло. А, блин, а куда я Мию ставила? Давай. А, я на пятый ставила. Значит, Мия Халифа на... Так. Третья. На третья. Райли Рид. Ну, кажется, что-то забыли. А, нет. Забыли. Чат, мне кажется, забыли. Райли посидит, Райли посидит. А, понял. Брэнди Ла второе. Так. Чё один ты говоришь? Брэнди Ла второе. Да ладно тебе. Так, Брэнди Ла второе. Эй. Мия Халифа второе. Мия Халифа второе. Поддержим интригу, поддержим. 120 очков. Уже растарабанили просто второе место. Ой, ну я имею в виду. Брэнди Лав. Брэнди Лав. Третья. Брэнди Лав три. Да. Вы с ума подходили, что ли? Ладно. Блять. Брэнди Лав пятая. А, я не могу ее использовать. Ты не можешь. Не можешь взять моих девочек. Чат, я что-то не понимаю или это? Лана Роудс первая. Или я накосячил? Лана Роудс первая. Абсолютно верно. Блять, Брэнди Лав пятая. Абсолютно верно. И последний, Райли Рид, какой-то вариант, Дини. Какой... За... Чат, я смотрю взрослых женщин, я не смотрю молодняков, как их вы смотрите. Все нормально? Накомячил, накомячил. Так. Итак, вы справились со вторым раундом, у нас счет 3690 на 4280. В принципе, вы идете ноздря в ноздрю, глаз в глазу. Ну ладно. Итак, бонусный раунд. Я надеюсь, что следующая тема будет про футбол, Дэнни. После Думаешь? А ты прям надеешься? Вот прям вот желаешь. А дальше мотоцикл? Это не актуальный топ? Слушай, ну кто как на что это, сам понимаешь. Кто как хочет, тот так и дрочит, понял? Ребят, ну сайт показал, я зашел на сайт, вот, и пока он показал. И залит. Итак, Диман, выбирай вариант. Вариант? Тебе лучше в случае залутать 500 очков. Сейчас шестой. Два раза молния в одно и то же место не бьет, значит, там будет, скорее всего, нормальный ответ. Шестой. Бля. А можно я спрошу у чата, какой номер пикнуть? Чат какой номер пикать? Конечно, проси. Какой мне взять номер, чат? Давайте, не просвечу. Проверим вашу удачу. Дэнни, говорят, что ты меня заскамил. В смысле, на чё? Ну-ка. Я сейчас клип проверю. Давай. Многие 7 и 8 давай. Пишут. Много семерок. Семерок больше. Давай седьмой. Мия Халифа четвёртая. За что, еблан? Мия Халифа за что? Халифа четвёртая. Говорит, я не слышу. Блядь. Что там в клипе? Ладно. Мия Халифа четвёртая. Может, я накосячил. Мия Халифа четвёртая. Говнюк, Диман! А ты... А, так всё нормально. Это то, что я хотела спросить. Всё нормально. Не, всё норм, Дин. Ты про Малкова говорил? Не, он Дэнни неправильно зачитал, а потом он пересчитал мне нормально всё. Не, он не пересчитывал. Я еще тогда подумала... Нет, ну, типа, я же назвал Малкову, он поставил Малкову и Халифу. Типа, я думал, что сначала перепутали, а потом нет. Да давайте так дальше уже не можно будем. Можно просто вычесть Диме... За что вычесть? За что вычесть? Не то имя, еще и имя было за... А, бля, ребят, реально? Да нету такого. Нету такого лезть. Да, ну, давай дальше, там потом лезть. Разберемся в конце уже. Давай. Там работа над ошибкой. Чат сказал седьмой пикать, давай седьмой. Седьмой, давай, хорошо. Эх, к сожалению. Блин, чё, к сожалению, по 100 очков разорвать из бонус раунда. Переходим в третий. Да. Чат, это не скам. Чё там? Гандон старый. Ты засчитал то имя было за Диной? Да нет! И не было за Диной же вроде. Я Мию Халифа и Мию Малку перепутал, что ли? Нет. Я тоже подумал, что так получилось. Ну ладно. За Диной можно подписку, я задонил у нее. Строгач, подарите подписку, пожалуйста, строгачу модеры.
сейчас подарим тебе. Это ни в коем случае не скам, строгач. Строгач второй аккаунт строго? Третий аккаунт. Не, не. Ну, третий, да. Наебали. Да никто не наебал. Хотите вычесть, я сейчас сразу камбэкну. Потому что сейчас будет тема моя. Я сейчас в туалет скажу одну секундочку. Сейчас в туалет скажу. На секунду. Давай, давай. Алиса, включи музыку, пока я иду в туалет. Музыку для секса, Алиса. Артик и Асти. Сейчас там Моргенштерн, бумер, заиграет. Блин, говорит, сейчас будет моя тема. А только что разве не его тема была? Сейчас твоя будет, говорят? Далик сказал, что снова его тема сейчас будет. У него и игры, и порноактрисы. А я думал, ты выиграешь, а? Ну, как видишь, удалось победить его. Ну, кстати, да. Пишут минус 4 Селивана. О, Дэнни, а может быть, пока его нет, мы его спишем? Мы его спишем? А, я могу списать, главное, чтобы он меня не списал. Да, не заметил. Вот просто по справедливости. Сейчас будет довольно. За Мию, так сказать. Что, давайте, давайте. Может, не заметит. Я здесь. Мы тебя ждали, Дим. Как думаешь, какая сейчас тема будет? Так, что тут? А что... А что за крысиные поступки сейчас происходили, пока я отлучался? Что случилось? Мы обсуждали будущие темы. Да, мы обсуждали. А почему у меня баллов меньше было 300? Бля, ну я же знал, что помню. Блин. Черт, Дина, не просто ребят, невозможно заскамить. Поехали, начинаем. По-любому, пока шел до туалета, с телефона стрим смотрел. Нет? Я просто чую, что вы хотите меня наебать, это не так просто. Ясно. Не отходил он ни в какой туалет. Так. Ну что, поехали. Раунд 3. Третий раунд. Тема, в которой Дина очень хорошо разбирается, а Диман вообще не разбирается. Дина, я просто не знал, что ты придешь, поэтому прости. Что за тема там? Топ-10 футболистов. Сюда! А, сюда! Реально ты... Так, ты прав, что тема про футболистов после темы про порноактрис. Я не знал, Дина, что ты придешь, честно. Я просто ставил темы, которые чат спамил в прошлый раз, я их наставил, типа... Прости меня, это... Так, ладно, на порноактрис я его сделала, на играх сделала, попробуем и тут. Ну, давай, Дина, попробуем. Дина? Не-не, Дим, давай ты начинай. Я? Ну хорошо. Ладно, давай я начну. Давай. Окей. Дина, ты давай. Итак. Слушай, ну давай Роналду. Криштиану Роналду? Да. Сейчас, где моя бумажечка, вот она. Я буду называть просто футболистов, которых я знаю. Блин, я так криво написал, надеюсь, не накосячу. Итак. Роналду так. Здесь есть. Хорошо. Диман. Лионель Месси. Аргентина. А как зовут того футболиста, который имитирует? Очень сложный вариант. Как зовут того, который имитирует, когда ему больно? Имитирует каждый оргазм? Футболист. Ну, там мем еще был про него. Ну напомните. Я его хочу называть. Вы же понимаете, о ком я. А кто имитирует? Все такие, кто? Кто? А я не знаю, ни на ком речь. Челы. Мне надо кого-то назвать. Неймар? Да-да-да, вот я Неймара хотел назвать. Да, а, да. Неймар, хорошо. Хорошо, принимай твой ответ. Про него еще мемы были, как он там падает картинно. Да? А, его нет. Ну... Его нету, к сожалению, Дин, прости. Спасибо, что напомнил его имя, иначе я бы другого назвал. А я чат прочитал, Дин, я чат прочитал. Килиан Мбаппе Лутин, Франция. Так, Килиан Мбаппе. Чат, как вы думаете, есть Мбаппе в списке? Конечно. Это полное его имя, ребят, кто не знает. Это полное его имя. Зинедин есть. Зидан. Зинедин Зидан. Зинедин Зидан! Да как это нет? А это за какой нет. срок футболиста? Это за прошлый год, за 2021. Так, на 2021 кто еще-то? Я что-то забыл, сейчас скажу. Этот, господи. Кто еще? Стоп! Так. Ты чё? Ты что? Твоя моё? Тема? Стой! Ты чё? Этот! Таня, господи! Да. Блядь! Я забыл! Мне вылетели! Блядь, ответ! Всё, вспомнил. Как, всё, вспомнил, да господи. Я помню какого-то футболиста с фамилией Кака. Давай вот его. Кака. Всё, я вспомнил, чат, сори, я что-то это... запаниковал на моменте. Говно. Ладно, Дине пока не везёт. Диман. Бензема, Карим. А Бензема, Каримчик.
О, да, правильно. Естественно. Есть. Так. Попробуй назвать какого-нибудь популярного футболиста, который ты знаешь. Дэвид Бекхэм? Блин, ну не настолько популярного. Я не помню. Ну, я, в смысле, откуда мне помнить? Я не помню. Нет, сори, ребят, я в этой теме не ориентируюсь. Бекхэма, я думаю, что тоже нет. Ладно. Бля. Иман, последняя попытка. Заработайте 200 очков, Калин. Лукас Модрич. Лукас Модрич. Так, посмотрим. Ага, нету. Что? То есть, Дим, ты в своей теме набрал 3 лампочки? Что достаточно, Дим. Что достаточно. Что вы? А, не Лукас, сори, Лука Модрич. Соли, ребят, соли. Итак, варианты ответа. Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Карим Бензема, Роберт Левандовски, Мохаммед Салах, Криштиану Роналду, Н'Голо Канте, Эрлинг Халланд, Джорджиньо и Кевин Де Брюйне. Так, по-моему, у Димана 2 было лампочки, да? Возможно, забагалось. Напомните чат, пожалуйста. У меня было 2 лампочки, он, да, забагалось. Он называл Карима Бензему? Да, я называл. Разве? Да, конечно. Да. Игрок Реала Мадрида, я не мог его не назвать. Диман, все пишут одну, что делать? Да оставь одну, я сейчас камбэкну. Смотри, финал проходит, тот, у кого больше лампочек. Я знаю, поехали. Точно камбэкнешь? Да. Ну, 2 были. Я могу сказать уже. А кто сейчас говорит, Дина или я? Так, как нам решить? Чат, давайте чат решить. Чат, кто говорит? Кто первый? Дина пишет, Дина. Дина? Ясно. Да, Дина пишет. Ясно, очень хорошо. Ну, давайте первое. Поехали. Блин, мне, наверное, выгоднее расположить сначала синих, чтобы для меня оранжевые открылись. Mm-hmm. Я эти имена... Я синие имена вообще первый раз вижу, честно, потому что я не в материале. Так, ну давай, кого Дима вообще не мог вспомнить. Ну я давай. Не читаю чат. Кевина Де Брюйн поставим на 9-е, давай так. На 9-е. Кевин Де Брюйн на 9-е, понимаю этот вариант. Лионель Месси. Позиция номер 2. Лионель Месси, позиция номер 2. А почему не первая, Дима? Потому что первая за Криштиану. Окей. Железная логика, и железная логика приводит к правильному варианту. Итак. Дина. Так. Давай Левандовский поставим. Дим, ты часто слышишь про него? Да, он хороший игрок. Чуть поработать над дриплингом, над ударом, и он будет лучшим. Ну, давай на 6-е тогда. Так, Дина ставит Левандовского на 6-е, правильно? Да. Попасть бы под небо. Килиан Мбаппе, 3-е. Итак, Килиан Мбаппе, 3-е. Я принимаю твой ответ. Где он? А, неверно, Дима. Чего? Что? Неверно. Неверно. Левандовский на... Камбэчник. Левандовский на 5-е. Левандовский на 5-е. Неверно. Килиан Мбаппе 4-е. Килиан Мбаппе 4-е. Неверно, Дима. Что? Обычно. Да. Если это то, что я думаю. Возможно, это то, что именно то, что ты думаешь. Так, давай Мухаммеда на 5-е тогда. Так, Мухаммед Салах на 5-е. Да, да. Неверно. Ой, осуждаю. Моя задача сейчас пройтись сейчас, секунду, по я стимчик надо закрыть. Долбоебики, а то появляются. Сейчас. Оставлю, что это. Не в сети. Бымс, бдымс. Осуждаем их. Поехали. Я говорю. Килиан Мбаппе, first place. Как first и в футболе, так и в таблице он на первом месте. Он лучший. Он лучший. Я согласен, Диман. Он самый лучший, но не в этом списке. Давай Н'Голо Канте на 10-е. Н'Голо Канте. Ой, извините, Канте. Ой-ой-ой, за что? А за что? Мне кажется, забуду, кого куда ставила. Просто глаз замылился, сори. Так, Н'Голо Канте на 10-е. Неверно. Килиан Мбаппе. Так. 5-е. 5-е? 5-е место.
Самое место для пятого места, но не здесь. Да что, блядь, а кто он вообще Дима, такой? Дима, это точно твоя тема? Что такое? Что за хуйня? Пока Дима нашел правильный ответ, обнулил нахер. Да-да-да. Давай Эрлинга Халанда. Дим, ты его знаешь хорошо? Да, хороший игрок. Сильный удар, но очень медленный. Давай Дима? На седьмой. Ой, Дина. На седьмой его. А, Халанда на седьмой. Да. Дима, ну нужно камбэкать. Точно. Я попала! Сюда плюс 700. Диман. Давай. Кевин Ди Брюйне. Кевин Ди Брюйне шестое. Кевин Ди Брюйне шестое. Ой, я не знаю прям. Чат, я не знаю, я начинаю понимать, что что-то не так. Чат. Давай, Жоржино. Дима, что ты скажешь про Жоржино? Бразилец. А как играет? Ну, слушай, я по настроению. Девочка, ну давай его на восьмое. Так, Жоржино на восьмое. Да. Неверно. Диман. Диман, тебе нужно просто продолжить. Салах, десятое, блядь. Точно? Да. Салах девятая. Салах девятая. А, он итальянец, реально? Похоже, да. Ну, имя похоже как на бразильца. Принято? А. Блин, я забыла, кого куда ставила. Сейчас по второму кругу будем. Так. Родился в Бразилии, так вот где родился, там и пригодился, ребят. Диман, ты отвечаешь. А, я отвечаю, Роберт Левандовский третий. Левандовский третий. Да ёбана мать. Н'Голо Канте девятое. Н'Голо Канте девятое. Да, Диман, ну как так? Блядь, что за хуйня? Да. Джорджини десятое. Джорджини десятое. Да ну нет, ну нет. Ну нет. Блин, а куда я ставила Джорджини? Я не помню. Да Диман знает про Роналду, но не выставляет. Я просто не могу поставить Роналду. Роналду мой, Роналду мой, он не может его трогать. Давай Джорджини в восьмой. Я не помню, ставила я туда его или нет, блин. Так, Джорджини восьмое. Да. Походу второй. Неверно. Джорджини шестое. Джорджини шестое. Ну ладно, он уже подешевел. Кстати, я не знаю, какая вообще трансферная стоимость. Бля, да ебаный в рот этого казино. Так, ну дальше сам свою Джорджиньо расставляю на x1. Так, x3, Кевин Де Брюйн. Куда я... А, вспомнила, куда я его пихала. А давай его сейчас подпихнем на 10. Так, Кевин Де Брюйн на 10. Да. Я принимаю твой ответ. Господи! Да как Де Брюйн на 10-м? Чё за херь? Этого не может как быть. Мухаммед Салат на 8-м. Мухаммед Салат на 8-е. Ой, блядь! Так, а Роберт Левандовский на восьмой у нас вставал или нет? Я не помню. Попробуй, попробуй его на восьмое. Так, Левандовский на восьмое. Что за херота? Правильно. Левандовский пятое. Да блядь, ну... Да нет. Левандовский шестое. Ну нет. Левандовский четвертое. Да ну нет. Сори, закрепи. Подожди, для него только первое место осталось. Дима же его на третье пытался ставить. Ну, давай на первое тогда, раз первое для Левандовского. Да! Нифига. Сюда лучший футболист! Карим Бензима третье. Не, четвертое. Бензима четвертое, переобувочка. Самая лучшая переобувочка. Все это верно. На максималках сработал. Джорджиньо пятое. Джорджини пятая. Да! Мбаппе шестое. Мбаппе шестое, да. Обесценил Роналду, на. Роналду третье. А! О, блин, он обесценился! Фак! Да. Хорош, Диман. Роналду третье. Переиграл. А, да? Мухаммед Салак третье. Реально Роналду восьмой? Да. Точно? Да. Чат, точно третий? Да. Хорошо, вы закончили этот раунд, просто мученички. Хорошо.
Просто пиздец, извините. А мне интересно, чат сразу все правильно расположил? Да нет, конечно. Что за Faked Fight? Это Guardian, ребята, по версии Guardian. Это журнал. Это журнал очень популярный в спорте и все такое. Да, он там. Это не то просто футболистов, это по версии Guardian. Дима, я думал, ты разбираешься в футболе. Я не курил, блядь. Я разбираюсь в футболе, Дина, просто по версии Guardian не разбираюсь. А, да. Guardian, долбоеб. Guardian, это знаешь кто? Я тебе сказал бы, кто это. Да. Да. Так. И чё, каково а положение дел? А что теперь? Что положение? Бонус! Бонус вас не спасет, я так понимаю. Сейчас. Ладно, не буду. Идеи поддавать просто. Ну, я шестое. Молния шестое. Два раза в одно и то же место не бьет, а в третье тем более. Проверяем данную теорию. Да ёбаный в рот. А я снова спрошу чат, какую у меня сейчас строчку? Дине просто можно 500 очков и будет сколько? 7 сабок. Или какой-то тариф. Первую опять спамят. Третью? Не, многие пишут третью. А, это один чел спамит третью. Вторую, кстати, многие пишут. Вторую. Вторую? Хорошо. Лучше бы выбрали первую. Блин, да, я говорил. На первой было 500 очков. Блин. Эх, к сожалению. Ну, чат спамил, надо было выбрать. У нас сейчас финал или еще раунд, и потом финал? Все, финал. А, то есть я не прошел, да, финал? Ты не прошел финал, да. Дим, ты не прошел финал, собственно, шоу. Охуенное шоу. Сейчас тут такой в чат зайдет, напишет шоу хуйня, блядь. Что такое? Свой же чат. Заебись. Еще не забудь написать Роса. Как там? Чего писать про Роса? Роса хуйло или там что-то обкуренный. Топ составлял. Шо хуйня? Вот так. Роса хуйня. Давай, Дина, финал. Желаю тебе удачи. Спасибо, Дима. От души желаешь, чувствую искренне. Да, искренность моё второе имя. 25 сантиметров вперед. За что? Так, сейчас финал, возможно, будут косяки, но сейчас посмотрим. Так, сколько у тебя лампочек было? 4? Разве не 4 было? 4 было, да, просто бывает. Я это учту в следующий раз. ПМБА улучшает с каждым разом, ребятки. Суть финала такая. Я не знаю, 20 секунд или 30 лучше сделать? 20. 20? 30. 20. Нет, чтобы мозг работал быстро, 20. 30. Ливайс шоу, пока клип, пойдем видос смотреть. Давайте тогда доигрывайте, я пойду видос. А. Сейчас память 30, Дин, что, не уважаете? Ладно, 30, окей. 30? Да. 30, давай. Ну, посмотрим, сколько там сабок? 6,8 сабок, или как? 68 сабок, как тут? Блин, тут тарифы меньше, чем у меня на слабом звене, Даня. Кстати, да, да. Я не прогнулся и не каблук, просто решил для вас вашу просьбу утолить. Чат, все нормально. Диман просто... Утоли просто, мою жажду. Просто первый раз он в роли участника, а не в роли ведущего. Ну, перенервничал, как и я бывает. Каждый раз. Итак, с футболом суть финала, не повезло. Суть финала какая? Сейчас тебе дастся, назовем это так, 5 вариантов ответа и тема. Тебе нужно расставить их в правильном порядке. У тебя будет 4 попытки, либо каждые 30 секунд у тебя будет тухнуть лампочка. То есть у тебя неправильный ответ, тухнет лампочка. И а подожди, лампочка это... А если 20 секунд, то лампочка 20 секунд, да? Да, да, да. Лучше 20 тогда. 20? Ну, конечно, 4 лампочки. Нет, 30 это много, реально. Что ты перебываешься? Нет, 20 идеально будет, я прям чувствую. Смотри, Дина, получит за неправильный ответ минус лампочку и еще за тик-так минус лампочку. Кайф, Дим! Ну ладно. Только что принял решение. 25? Может, 25? Давай 25. А может, 30? Зайдемся по рукам. По рукам. Вот. Я надеюсь, сейчас в спешке я не накосячу, если что, сори, ребят. Ну, как бы, если Дина назовет правильный ответ, просто я скажу, что это правильно. Так, мне нужно все 4, да? Прям? Все пять. Да, все 5, да. Хорошо. То есть это как раундхаус, камшоу, тебе нужно будет по порядку их выставлять и... Да. И как бы вот так. Ну, я надеюсь, что не забыл. Не футбол, позор. Ага. Итак, вы готовы? Дина, да. Финал шоу 10 из 10, да. Самого лучшего шоу на Твиче, не, после скамшоу. Второго самого лучшего шоу, итак... Тема. Третьего после слабого звена. Да. Все. Популярная еда на вынос в России на 2021 год. Самса, курник, пончик, хот-дог, чебурек. От популярного к менее популярному. По всей России, да? Да.
В этом подвох, видимо. Так, первый чебурек, второй пончик, третий хот-дог, четвертый курник, пятая самса. Чебурек, пончик. Как мне запомнить? Что самсу? Как мне запомнить? Неверно. Порядок? Давай еще, у тебя время. Кайф. А, что? Да, слушай, оно дальше постоянно идет. Да, оно вообще не останавливается. Да, можно? Давай, давай. Давай, Дина, давай, ты справишься. Ладно, первый хот-дог, второй пончик, третий чебурек, курник самсу также оставляем. Неверно. Время еще. Зашибись! Да вы издеваетесь! Я надо было без таймера, надо было без таймера играть. Первый чебурек, второй хот-дог, третий пончик. Давай, четвертый самса. Четвертый самса. Курник пятый. Курник пятый. Все это, ну, четвертый самса, ну, он перемешался. Четвертый самса, курник пятый. Итак, я сверяю с вариантом ответа, это твоя последняя попытка, к сожалению. Это... О, как я, конечно, впечатление, но... Да. Каким образом здесь вообще выиграть, если тут и задание сложное, блин, и время постоянно идет? Все-таки ты проиграла, конечно. Да, Дина. А какой, ну, правильный... А какой правильный ответ был? Надо было без таймера делать, да? Мне кажется. Какой правильный ответ? Самый популярный курник, потом чебурек, потом хот-дог, пончик, и менее популярный оказался самса. Ну, курник я бы на первое не поставила, так что я бы все равно не выиграл. Нет, да, скамшоу 2-0, ребят. Почему 2-0? Скамшоу 2-0? Тут все можно было поставить. Как еще раз, какие варианты ответа были? Я даже не успевала курник назвать эти 5 вариантов за 25 секунд. Курник реально на первом месте, курник? Да, курник на первом что месте. Что такое курник? Это из курицы. А, слоеный, нет, такое песочное тесто. Это пирог с курой. С курочкой. Да, пирог с курой. Кто курник? Потом чебурек. Кто курник? Ну, курник — это очень популярное блюдо, чего я не знаю. Я когда в пекарню захожу всегда... Поделал лист до сих пор 6. В смысле, Илюха?